Бегать, прыгать, подтягиваться и отжиматься Арсений Гвоздков начал с первых дней в школе. Свои 10 молодой человек точно знает, ради чего ходит в спортзал. Первоначально это накачаться, чтобы нравиться девочкам, иметь фигуру хорошую, быстро бегать. В последнее время здоровый образ жизни стал успешным трендом. И поколение 10-летних предпочитает играть в баскетбол, чем бездельничать на улице. Я получаю, физическую нагрузку, которая мне очень нравится. Силы больше придает. Я занимаюсь спортом только для того, чтобы добиваться вершин, чтобы стать там великой спортсменкой. Мне не сложно. Вот первое занятие как-то было сложно, второе уже полегче. Но вот спорт нужен то, что для мышц, чтобы никогда не болеть. То, что вот, например, утром разминку, пошел под холодную воду, облился и будешь здоров. 148-я школа – одна из тех, что попала в городскую акцию. Представители всех департаментов Самары будут ездить по учебным заведениям и проводить открытые уроки по здоровому образу жизни. Какие качества в жизни выработали и как они пригодились по жизни. Поэтому все это детям интересно, все об этом всем, об этих качествах надо рассказывать. Я думаю, это им в жизни очень сильно поможет. Здоровая молодежь – здоровое будущее всей страны. И школьники с этим утверждением согласны. Ну и, конечно, приятно после веселых стартов получить подарки от администрации Самары. Лариса Шлафаст, Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.